Что-то не верится, врут, наверное. Thank you.
готова карточку без разговоров показывать вообще. Thank you.
честно. Хорошо вас заслужить. О, хорошо. Пока не четвертый. Подожди, подожди, подожди!
5-й номер, там осталось. Yeah.
нас повтора-то нет. Нам сделайте программу. Забитые мячи. Итак, четвертая минута. Вот атака нашей команды. Это Добровольский. Получив мяч от Кирякова. Там мостовой был. Вратарь не дотягивается. И Юран забивает первый мяч. 1-0. 23-я минута. Атака через центр. Опережает Радченко и вратаря, и защитник. И посылает мяч в ворота. В первом тайме игра проходила с преимуществом нашей команды. Ну, не буду еще раз говорить, что трудные условия, жесткое поле, заснеженное, зима в Москве, 7 градусов мороза. Работники стадиона, военнослужащие тут готовили поле, приложив максимум усилий. Играть на таком футбольном поле можно. Ну, вот что еще хочу сказать, что сегодня утром комиссар встречи Бен Миличип из Англии, судьи вместе с представителями команд посетили стадион «Торпедо», где, как вы знаете, поле с подогревом и мягкая, хорошая трава, хороший грунт, и предложили командам играть на торпедовском стадионе. Но руководители сборной Люксембурга сказали, что поскольку по регламенту матч должен остаться в Лужниках, то и матч не нужно переносить. Так что игра проходит вот в таких трудных условиях. Составы команд. Сборная команда Люксембурга в красной форме. Футболисты ворота справа. Вратарь Джон Ван Рисвик. В обороне справа Марсель Васси, второй номер. Слева Марк Вирсенс, номер 3. Центральные защитники Люк Ольц, номер 4. И капитан команды Карло Вайс, номер 8. Полузащитники сборной команды Люксембурга. Пятый номер Томас Вольф, шестой номер Поль Жерес, номер 6, седьмой номер Ги Эллерс, номер 7, Жеф Себен, номер 9, нападающих двое, десятый номер Раби Ланжер и Тео Мальже, одиннадцатый номер Ланжер, 10. В основном в сборной Люксембурга играют любители, но есть три профессионала, футболисты, выступающих за рубежом в профессиональных клубах. Томас Вольф, пятый номер, играл еще совсем недавно в Баруси, Мюнхенгладбах. Ги Эллер, седьмой номер, он сейчас выступает в бельгийском клубе «Стандарт» из Льежа. И
Робби Лангер, 10 номер, играет с французским Лубикан. Несмотря на то, что любители, несмотря на то, что они футбол играют в свободное время, тем не менее, команда хорошо тактически подготовлена и физически, и играть с этой командой, особенно в таких трудных условиях, совсем непросто. Поль Филипп, главный тренер сборной команды Люксембурга. Сборная команда России. Сейчас будет подан угловой. Кстати, 11-й угловой. В первом тайме наша команда выполнила 10 угловых. Соперники ни одного. Сейчас посмотрим угловой удар, как будет выполнен. И потом я вот там показываю главный тренер. Потом я вам назову состав нашей сборной. Итак, угловой удар. Добровольский выполнил угловой удар. Еще один угловой удар. С этой стороны Валерий Карпин выполняет удары. Итак. Тоже 12 угловой. Нет. Не стал выполнять удар. Купил это Игорю Добровольскому право удара. Итак, мяч отбивается вновь за линию ворот. 13-й угловой удар. Ну, еще раз хочу сказать, что сегодня было принято решение из-за обильного снегопада, обледенения. Матч проводится без зрителей. Но, тем не менее, 1500-2 каким-то образом проникло в Мужниковскую арену. Ну вот, как мне тут сообщили, что здесь, ну, во-первых, туристы из Люксембурга на стадионах, а потом масса людей приехала из других городов, из Московской области. Ну как же их не обогреть, не помочь им, как же их оставить без футбола, ведь они не успели бы вернуться домой и к телеэкрану. Поэтому вот эту часть небольшую зрителей пустили на стадион. Итак, состав сборной России. Вратарь Станислав Черчесов, Спартак, Москва. 3 защитника нашей сборной. Дмитрий Христов, номер 2, справа играет, также спартаковец. Виктор Анопко, центральный защитник, номер 4, спартаковец. И в центре играет еще и Василий Кульков, он из Бенфики, Португалии. Полузащитники сборной России. 8 номер Валерий Карпин, Спартак, Москва. Капитан команды Виктор Шалимов. Простите, Игорь Шалимов. Он из итальянской команды. Интер. Простите, наша команда атакует. Выход 1-1. И здесь. Ну вот я считаю, что это последняя надежда. И арбитр должен удалить игрока Люксембурга. Ну, посмотрим еще раз. Юран убегает от защитника. Его сбивают с ног у линии. Мы уже видели такие нарушения, и арбитры в таких ситуациях действуют очень четко, удаляя соперника с поля. Какое решение примет арбитр из Финляндии? По-моему, удалять он никого не собирается. Штрафный удар. Сейчас продвинет арбитр из Финляндии Коха Илка. Стенку пытается подвинуть на 9 метров и будет штрафный удар. Шестая минута второго тайма. 2-0 сборная России выигрывает. Итак, смотрим, как будет попадаться. Анопко бьет и прямо в руки вратаря. Итак, еще раз. Полузащитники сборной России. Валерий Карпин. 8 номер. Игорь Шалимов, капитан команды 6. Игорь Добровольский, 7 номер. Он из клуба Генуя, Италия. Александр Мостовой, 5 номер. Он из Бенфики, Португалия. И в полузащите сегодня играет спартаковец Дмитрий Радченко. У него 9 номер. Нападающих двое. Сергей Кирьяков, номер 11. Он из германского клуба Карлсруэ. И Сергей Юран, номер 10, он из португальской Бенфики. Так что у нас сегодня 5 спартаковцев и 3 футболиста из Бенфики. Павел Садырин, главный тренер нашей сборной российской команды.
Судьи из Финляндии, Коха Илка, главный арбитр, судьи на линии Хороми Бака и Сопио Юлии Кава. Карпин. Комиссар встречи, председатель Федерации Англии, футбольной федерации Бен Миличип. 14-й угловой, да. Это он показывает судейскую бригаду, но в кадре были сейчас наши тренеры в Глазбанном саду. Так, смотрим, как наши разыгрывают удар с угла поля. Добровольский. Шалимов. Шалимов. Карпин. Высокая длинная передача. Вратарь промахивается. Защитник помогает вратарю поймать все-таки мяч. Играют футболисты Люксембурга. Темперамента. Жестко. Ну, конечно, в такой ситуации обороняться легче, чем комбинировать, чем созидать. И хорошо, что наша команда быстро забила первый мяч. Дальше уже играть было легче. Это Сабен. А вот табличка. Мы вам напоминаем нашу табличку нашей группы. Ну, здесь греки выступают уверенно. Две игры. 4 очка у трех команд по 2 очка, у команд Венгрии, России и Исландии. Но венгры провели 2 встречи, исландцы 4. Наша команда 1 матч, вот сегодня 2-й. Люксембургские команды нет очков, а получили 2-й матч. Ну и вот замена. Появился 14-й номер в составе Люксембурга. Это футболист Жоэль. Сейчас объявят из стадиона и скажут, что так и на поле. У нас пока замен нет, а в резерве у сборной России Парин, Гурлукович, Бородюк, Колыванов и Татарчук. Сборная России беспрерывно вот атакует, владеет инициативой. Арбитр показывает, что было там нарушение стартовой площадки. Снег, холод, ветер, все это сегодня сопутствует футболу. Играть очень трудно. Наша команда этим матчем заканчивает выступление в официальных соревнованиях этого сезона. А следующую игру сборная команды России проведет 14 апреля. И опять со сборной Люксембурга, правда, теперь в гостях. Вообще календарь. Как правило, у нас так получается, что календари на чемпионат мира составляются с участием одних тренеров, а по этим календарям играют уже новые тренеры. Вот новый состав нашей тренерской бригады уже играет по тому календарю, который был составлен с помощью наших предыдущих наставников. Так, календарь очень непрост. Три последних матча наша сборная, команда России, играет, проводит в гостях, причем с главными соперниками. В сентябре, октябре и ноябре подряд матчи с командами Исландии, Венгрии и Греции. Но зато стартует на своем поле, причем с не очень сильными соперниками. Я думаю, что календарь составлен не лучшим образом, игра рукой. Не лучшим образом, конечно, лучше было в это время года играть в гостях. И лучше было, конечно, играть в хорошую погоду с командой Люксембурга на ее поле. Ну, ничего уже не сделаешь. Нужно успешно играть во всех матчах. Карпин подхватывает мяч, доходит до угла штрафной площадки. Партнеры слева показывают, что есть свобода. Длинная передача, пас назад. Совсем непросто было сделать передачу. И совсем непросто было Радченко уже наносить удар. Итак, атака левым флангом. Футболисты Люксембурга в первом тайме два или три раза атаковали одну из атак. Вы видели в конце первого тайма, когда мяч, пущенный Сабеном, метров с 30, увидел, что Черчесов вышел вперед, годил перекладину. Отличный пас, и нужно бить, нужно бить! Юран промедлил с ударом, и потом уже вратарь помешал мячу попасть в сетку. Юран уже сблизился с вратарем. Шалимов. Очень хорошо играет Шалимов.
точно, мягко. Настоящий дирижер, настоящий капитан команды. Длинный пас, не очень длинный, но такой средний пас в штрафную площадку. Ну, давайте посмотрим еще раз вот ту атаку, которая не завершилась, к сожалению, взятием ворот. Ну и вратарь Джон Ван Рисвик вышел своевременно. Ну, я говорил, что в составе команды много любителей. Не знаю, как они там чувствуют себя в своей основной работе. Но вот среди них вот вратарь — это электрик. Второй номер — защитник профессии философ. Третий номер — левый защитник, страховой агент. Капитан команды — центральный защитник Вайс. Он владелец ресторана. И, кстати, он играл за клуб «Авенир» Шибурский, с которым «Спартак» здесь сыграл в ничью. Еще нет несколько пиццерий. Вице-президент банка «Мальже». Если они такие же любители, как у нас были. Помните, раньше у нас не было профессионального футбола. Футболисты числились студентами, там, токарями, военнослужащими. Но если они так же, как и у нас сейчас, такие же любители, тогда можно понять, почему они так вот неплохо играют совсем в футбол. Но вряд ли, вряд ли. Хотя работать и играть в Люксембурге много проще, чем у нас. Там не нужно разъезжать, не нужно в находку лететь, не нужно другие дальние города. Все близко, все рядом. Но и тем не менее, официально эта команда вот состоит в основном из любителей. По-прежнему счет 2-0, 14 минут сыграно во втором тайме. Счет первого тайма держится. Черчесов вступает в игру. Карпин. Кстати, вот вчера играли молодежные команды вот на таком же поле, заснеженном и тяжелом, холодном, жестком. И наша команда одержала с громадным трудом победу. Долгое время люксембургская команда выиграла 1-0. Потом мяч забил Щербаков, а в самом конце игры, минуты за две до конца, Бесчастных забил победный мяч. Кстати, Щербаков, который до этого играл в донецком «Шахтере», изъявил желание играть за сборные команды России. И это не противоречит правилам ФИФА. Футболисты имели право выбора, за какую команду играть, вот уже после 3 июля, когда были признаны официальной федерацией России, Белоруссии, Украины, других. И тогда, вот, если они до 3 июля играли за какие-то там другие сборные, то вот после 3 июля они могли 3 июля выбирать. Поэтому Щербаков, вступавший за донецкий «Шахтер», принял решение, как и Сергей Юранов, выступать за сборную команды России. И вот он играл вчера. Акционерное общество промышленно-инвестиционной компании «Земля России» с уставным капиталом 2 миллиарда 5 миллионов рублей приступило к размещению акций второго выпуска. У нас была реклама, тут футболист Люксембурга готовится к выполнению штрафного, и произошла первая замена в сборной команде России. Сергей Кирьяков, выступавший под 11 номером, заменил Александра Бородюк, у него номер 14. Александр Бородюк играет в Германии в клубе Шальке 04. Ну, Кирьяков тоже футболист германского клуба. Пошел отдыхать. Наша команда атакует. Ну, совсем непросто атаковать. Бородюк, видите, как быстро освоился. Сразу оказался впереди. Сразу пытался вот нанести удар. Затяжем на табло. Еще один штрафный удар будут выполнять гости. Напомню, в первом тайме мячи забивали Юран и Радченко. Ги Эверс, тот самый полузащитник, который играет в бельгийском клубе «Стандарт». Зрителей немного, но они вот
очень громко поддерживает, энергично поддерживает нашу команду. Вы слышите, такое впечатление, что Мозгликовский стадион полон. Ох, какая опасная ситуация, бил головой Тео Мальже. Ударил не точно, но нашим футболистам нужно действовать внимательно. Команда Люксембурга провела первый матч с командой Венгрии, уступила 0-3, но эпизоды у ворот команды Венгрии были довольно-таки опасными. Если бы не вратарь Петри, который прекрасно играл, вратарь сборной Венгрии, люксембургские футболисты могли бы добиться успеха. Команда Люксембурга редко выигрывает. Вот 67 матчей она провела в 14 чемпионатах мира. Ну, естественно, отборочных всего дважды победила. Но эти победы были сенсационными. И в 61 году, когда команда обыграла сборную Португалии 4-2, и в 72-м, когда выиграла сборную Турции 2-0. Но и в прошлом отборочном цикле команда сыграла на чужом поле с командой Бельгии в ничью 1-1. Так что изредка команда Люксембурга выстреливает, преподнеся сюрпризы, отбирая очки у сильных команд. Так что нужно играть очень внимательно и ни в коем случае не расслабляться. Тем более счет-то 2-0, пока еще даже не играет. Пока еще счет, который не дает возможности, не дает права, что ли, успокаиваться. Это был сейчас Ланжер. Он сейчас показал арбитру, что он с ним не согласен, что кто-то зафиксировал положение вне игры. Ланжер из клуба Кан французского клуба. А это Виктор Анопко. Длинный пас, мяч у защитников. Команда Люксембурга, теперь наши полузащитники с мячом. Не попадает мяч направо к Карпину. Свободен. Вот сейчас Христов остановил мяч. Все время нужно помнить, что поле жесткое. И все время нужно страховать себя, чтобы не получить травму, чтобы не пропустить мяч сопернику. Это Марк Бирсенс, страховой агент. Он сейчас вводил мяч с боковой линии. Христов. Добровольский. Христов. Халимов еще дальше, налево. Сейчас Карпин выдвинулся вперед на место центрального нападающего. Отошел немножко. Рядом с ним Бородюк, а справа Радченков. Карпин справа, Радченков в центре. Карпин длинный пас, такую площадку защитники отбивают. Добровольский коснулся мяча головой едва. И вот теперь уже нужно подходить назад. А Юран там где-то на месте левого полузащитника сейчас. Футбол бывает разный, мы убедились, проходит в любую погоду. Такого футбола мы давно не видели, тем более на уровне сборных. Ну вот, тем не менее, и такой футбол тем зрителям, которые пришли на стадион, я думаю, что те, которые смотрят этот футбол, сидели экранов, доставляют удовольствие. Матч-то непростой, официальный матч. Команда Люксембурга выполняет угловой удар. Опасность миновала, и теперь мяч уже в центре поля. Есть возможность для хорошей контратаки. Нужно было, наверное, пропустить мяч подальше. Не останавливать его, не замедлять вот этой атаки, которая началась от штрафной площадки. Юран оказался за пределами поля. Бородюк. Карпин. Хорошо, и дальше налево, вот туда дальше налево. Итак, мостовой сместился совсем уже к кромке поля и оттолкнул соперника. Еще раз напоминаю, что детская бригада из Финляндии, главный арбитр Кофа Илка. В
23 минуты сыграли команды во втором тайме. 2-0 по-прежнему. Еще один пас дальше напрашивается. Тем не менее, наши футболисты приняли другое решение. Атакуют левым флангом, где больше футболистов в положении вне игры. А Юран был справа свободен. В составе сборной Люксембург играют такие футболисты, такие фамилии, как Босси, Жерес, но это просто одна фамилия французских профессионалов. Они не родственники. Зрители скандируют: «Россия, Россия!» Сборная команды России проводит свой второй официальный матч. В первом матче команда выиграла команда Исландии. Здесь уже никак со счетом 1-0. Вот сегодня 2-0 выигрывает. И совсем не просто приблизиться к штрафной площадке. Совсем не просто обыгрывать сборную Люксембурга. Добровольский чуть посильнее. Опять положение вне игры. Футболисты Люксембурга уже который раз выполняют. Во втором тайме, в первом тайме этим не занимались. Выполняют искусственное положение вне игры. И пока успешно. Пока наши игроки никак не накажут их вот за это. Ну, главным образом внимательно должны быть и те, не столько те, кто идут вперед, как те, которые передают наши футболисты. И так иначе уже покинул поле удара от ворот. Чуть-чуть иногда нужно мяч передержать, посмотреть, где защитники, и дальше можно уже их перехитрить. Либо сыграть в стенку, либо самому себе пробросить мяч вперед. Ну, есть несколько вариантов преодоления этого искусственного офсайда. И вот простая игра. Мяч отправляется подальше. На чужую половину поля. Кульков. Длинный пас. Вот сейчас положение вне игры. Нет, можно играть. Юран с мячом. Угловой удар. 15-й. Угловых много. Какой-то пользы, как угловых пока мы не видим. Хорошо бы забить мяч с угловых. Редко мы видим. Наша команда забивает мячи после угловых ударов. Итак, мяч летит в 15-метровой отметке. Карпин. Шалимов. Опять арбитр фиксирует положение вне игры. Нет, это не здесь было. Нарушение было там, дальше. Ближе к воротам, ну, дальше от наших ворот. Еще дальше. Совсем у вратарской было положение вне игры. Ну, арбитры делают вид, что они не обращают это внимания. Хотя надо было заметить, метров на 10 мяч был подвинут вперед, в центр ближе. Теперь аут, Анопка. С мячом. 11 номер, это вот Мальже. Этого Мальже признали. И он, и Ланжер довольно-таки быстры. И вот смотрите, мяч потерян. И футболисты Люксембурга идут вперед. Дальний удар, мяч падает в ногу. Анопка и угловой удар, по-моему, третий угловой удар в сегодняшнем матче. У меня еще кажется, что к концу игры футболисты Люксембурга должны устать, ведь у них много возрастных игроков. Средний возраст команды 29 лет. Ну вот, уже середина второго тайма. Играют даже лучше, чем в первом. Более активно. Черчесов. И еще дальше Анопка. Опять попытка наказать Черчесова за выход из ворот. 32 года Ланжеру, 31 Мальже, 33 Вайсу, 31 Жересу, 31 Ольцу, вратарю 30 лет, Босси 31. Вот видите, какие опытные, какие возрастные футболисты. Тем не менее, сил еще предостаточно, и борьбу они ведут. Вот смотрите, как успешно.
Во втором тайме меньше острых ворот у команды, ворот команды Люксембурга, чем в первом. Карпин еще дальше проходит. Нет. Третьего обыграть спортсмена не удалось. И смотрите, опять контратака. Контратака футболистов Люксембурга. Мяч остановлен Шалимовым. Шалимов очень хорошо сегодня играет. Безусловно, на мой взгляд, это лучший футболист в нашей команде. Капитан Игорь Шалимов, капитан команды. А команда Люксембурга идет вперед. Ланжер. Ой-ой-ой, ну вот вы здесь смотрите. Второй раз мяч подает в перекладину. Тут уже Черчесов не смог бы ничего сделать. Я думаю, что сейчас нашей команде нужно как-то собраться и усилить атакующие действия. Чем будет больше атак, тем уже легче будет нашим защитникам. Пока как-то игра выровнялась. Ну, давайте еще раз посмотрим атаку сборной команды Люксембурга. Гиелес и Стандарт. Вот он мягко так, как говорят футболисты, внутренней стороной стопы, а попросту щечкой переправила мяч в ворота и без остановки. И вот видите, едва не забил мяч. Двадцать 29 минут второго тайма. Позади. По-прежнему 2-0. Сборная России выигрывает. Тут еще одна попытка приблизиться к штрафной площадке. Нет. Не удается никак скомбинировать, передать мяч. Может быть, нужно сейчас попроще играть. Попытаться бить издалека. Дальних ударов очень немного. А по такой погоде точный дальний удар чрезвычайно опасен. Карпин. Добровольский. Прекрасно. Карпин. Пожалуй, вот наши футболисты несколько злоупотребляют передачами вблизи штрафной площадки. Никто не готовится к дальнему удару. Взять-то хотят вывести партнера в штрафную площадку, взять-то разыграть и вывести кого-то из футболистов к воротам. Некоторое однообразие сейчас действия. Это Карло Вайс. Центральный защитник. Вот как хорошо, я смотрю, как хорошо уже не первый раз использует это скользкое поле, выполняет подкат футболист. Ну, падает футболист и подъезжает, подкатывается к мячу и отбирает мяч, либо отбивает его за пределы поля. Чем игра идет сейчас на равных, я вам скажу. Ну, может быть, небольшое преимущество нашей команды. В первом тайме наша сборная атаковала флангами, играла быстрее, ну и поэтому забила два мяча. Павел Садырин, он без шапочки, все остальные и помощники его, и доктор Савелий Мышалов. Шапочка, конечно, все-таки холодно. А те футболисты, которые сегодня не попали в резерв. Резерв, знаете, можно всего 5 футболистов определять. Игорь Ледяков, Амари Тетрадзе, Андрей Мох, Сергей Колотовкин рядом со мной. Вот они попросились, в кабине в теплой сидят и наблюдают футбол с верхней части стадиона, там, где вот мы находимся, комментаторы. Еще одна точная передача и еще одна попытка выйти вперед. Как-то наши упустили момент, когда футболисты команды Люксембурга перестали думать только об обороне, а стали начинать и проводить довольно-таки успешно атакующие комбинации. Вот середину поля как-то наши потеряли в какой-то степени. И вот видите, уже Черчесу приходится совсем непросто. Это Марк Бирсон, левый защитник он. Опять он с мячом.
Штрафный удар. Три минуты сыграли команды во втором тайме. Напоминаю, мячи были забиты до перерыва Юраном и Радченко на 4-й 23-й минуты. Вольф выполняет все штрафные, свободные, из глубины поля. Простите, Вайс. Вольф 5-й минуты, Вайс. Удар от ворот. Черчесов нервничает, что-то говорит защитникам. Я чувствую, что он говорит, он предлагает защитникам играть, да и полузащитникам попроще, больше длинных передач. Не стараться, особенно своей подумали, не таскать, не мять мяч. Куликов. Но лучше делать длинные передачи, конечно, поточнее. Куликов, Мостовой. Шалимов. Вновь Кульков. Отпустил мяч. Видите, сразу атака сорвана. Радченко. Добровольский. Хороший точный пас налево. Мостовой. Чуть назад. Радченко. Карпин. Еще одна передача. Шалимова сбивают с ног. Ну, в первом тайме я вам не хотел говорить, но не обращать внимания. Арбитр просто был обязан дважды пенальти назначить. Вот и сейчас мы видели, как толкнули в спину Шалимова. Ну, похоже, что арбитры, которые приезжают в Москву, решили просто не назначать в Москве пенальти в матче с участием сборной России. Дважды в предыдущем матче арбитр не заметил нарушений штрафной площадки в борьбе против наших футболистов. И вот сейчас та же ситуация. Причем по такой погоде достаточно легкого толчка в спину. Не обязательно нужно, как говорится, ногой как косой размахивать, чтобы сбить футболиста. Достаточно вот этого толчка. И арбитр внимателен был. В центре поля такие нарушения были. Еще одна замена в нашей команде. Владимир Татарчук, уступающий за пражскую Спарту. В игру вступает вместо Дмитрия Радченко. Итак, 18 номер, Владимир Татарчук, вторая замена в нашей команде. В команде России вместо Дмитрия Радченко, номер 9, играет Владимир Татарчук, номер 18. Зрителям это понравилось, видите, причем бурно реагируют на трибуны, на любое объявление, на любую ситуацию. Ну, каким-то образом это как-то согреваются зрители. Зрителям, между прочим, тем, которые на стадионе, может быть, даже и не легче, чем футболистам. Потому что они-то не двигаются. Холод, ветер, снег, они стоят, прижавшись друг к другу. Ну, иногда, может, подпрыгивают. Бирсенс далеко бросает мяч и вот из боковой воды все время. Ну, причем игрокам, выходящим в замену, тоже совсем непросто. Нужно какое-то время, чтобы привыкнуть. Вот Бородюк вышел. Вначале он как-то сделал хороший рывок, а потом где-то растворился, пока не очень заметил. Вот рукой толчок. Вот такой же толчок был и примерно такой же был штрафной площадке. Шалимов. Тарчук пошел по левому флангу, тут же получив мяч. Остановил его, сделал передачу. Мостовой. Тарчук. Еще дальше нужно. Эти продольные передачи должны быть сильными. Потому что сразу несколько футболистов в середине поля, в линии штрафной площадки, не составляют особого труда отбить мяч. Сборная Люксембурга правым флангом атакует. Добровольский. Вот попытался он сейчас брать мяч Юрану. Мяч вернули и довольно-таки быстро в штрафной площадке. И опять мяч то у белых, сине-белых, то у красных. Сейчас вот задержался мяч футболистов в красной форме. Ланжар. Удар
без подготовки, сильный удар, но публике и этот удар доставляет радость. Мальже. Совсем немного осталось до конца второго тайма, до конца матча, что-то около 8 минут. Счет прежний 2-0. Увидел ли мы хотя бы один забитый мяч во втором тайме. Острых ситуаций у ворот немного. Юран. Его опережает Ольц, центральный защитник. Кульков. Шалимов. Добровольский. Юран. Вошел в штрафной поселок. Отличная передача вдоль. Ну, можно бить. Игорь Добровольский бьет. Скользко. Вот посмотрите, вот он мяч рядом тут. А нет, он скользит, подпрыгивает. Совсем не послушен мяч сегодня. Даже у самых техничных, даже у самых классных футболистов. Ановка. Сейчас может быть контратака острый. Четыре футболиста сборной Люксембурга пошли вперед. Наши успевают отойти назад. И Карпин своевременно оказался. Ну, сейчас такой разрыв образовался между всеми нападающими и игроками обороны. Бородюк. Добровольский. Карпин. Татарчук. Татарчук не пошел по флангу вперед. Освободил зону для Карпина. Пас в центр. Хорошая комбинация. Добровольский выходит один к воротам. Еще одна передача лишняя. И все-таки комбинация завершилась с ударом по воротам. Но прекрасно играет вратарь. Комбинация была тонкой, изящной. Мне казалось, что Добровольский мог и сам забить мяч. Ну, давайте еще раз посмотрим. Вратарь сыграл прекрасно. Шалимов. Пас назад. Нужно, конечно, немножко вытянуть игроков сборной Люксембурга в свою половину поля. Но еще одна попытка приблизиться к штрафной площадке. Вошел Добровольский в штрафную угловой. Игорь Добровольский идет выполнять угловой удар справа. 4 минуты. Около 4 минут до конца встречи. Я говорю около, потому что будут установочки, и арбитры могут что-нибудь прибавить. Итак, угловой. Защитники очень хорошо играют головой. Защитники сборной Люксембурга. Теперь они уже провели мяч вперед. Нелегкий, совсем непростой матч получился для нашей сборной. В таких условиях непросто проводить комбинации. Увидели, не всегда мяч точен, не всегда нашей команде удавалось воплотить в голы свое высокое мастерство. Безусловно, мастерство наших футболистов выше. А команда Люксембурга проводит вторую замену. Это Серж Тиль, 15-й номер. Он вступает в игру вместо Жефа Сабена, который 9-й номер. Вот такое впечатление, что футболисты Люксембурга все-таки устали. И вот эта замена, она, в общем-то, в какой-то степени тактическая, что ли. Команда Люксембурга счет, видимо, устраивает по такой игре с таким соперником. Бородюк. Карпин. Отличная передача. Добровольский. Добровольский совсем не бьет сегодня поворотом. Странно просто, у него хороший удар. Ановка. Крестов. Добровольский, Бородюк. Передача должна быть в штрафную. Пас к линии вратарской. И хорошо, безошибочно действует вратарь Ван Рисвик.
еще хочу сказать, что матч проходит очень корректно. В этих таких тяжелых условиях нет ни грубости, ни, знаете, толчков. Знаете, по такой погоде бывает, один не удержался, толкнулся, ответил. Ничего подобного. Очень корректно футболисты. Поэтому еще матч, находящий в таких трудных условиях, в общем-то, проходит интересно. Добровольский, может быть, сейчас ударит. Увидел, что вратарь вышел и пытался его мягким таким броском перебросить через вратаря. Не получилось. Не получилось, что там говорить. Вроде бы и не смотрел он на вратаря, но видел. То есть чувствовал, что вратарь вышел вперед. И так совсем немного осталось времени до конца встречи. Наша команда выигрывает 2-0. И если игра с таким счетом кончится, то наша команда наберет 4 очка. Ну и 3 забитых и ни одного пропущено. Наша команда, и она переместится на первое место турнирной таблицы, потому что у греков 4 очка, но 2 забитых и тоже ни одного мяча не пропущено. Минуты полторы осталось, вот показали. Итак, заканчивается матч сборной России. Последний матч официальной нашей команды. Но на следующей неделе нас ждут новые волнения, новые радости, может быть, огорчения, потому что ответные матчи будут проводить в европейских турнирах наши команды с очень сильными соперниками. И те, кто будут играть в Москве, и те, кто будут играть за рубежом, будут встречаться с асами европейского футбола. Так, одна из последних атак сборной команды России. Добровольский отправляет мяч в штрафную площадку. Оттуда мяч тут же выбивают. Куликов. Карпин. Не попал под следующим еще. Да, близится к концу игра. Вот Поль Филипп, главный тренер сборной Люксембурга, уже подает мячи. Хлестов. Кульков. Ну что ж, времени до конца встречи немного. Уже заранее хочу поздравить нашу команду с победой. Хочется пожелать и в следующем году таких же выступлений нашей команде. Ну, еще одна атака, еще одна возможность увеличить счет. Как трудно было остановить мяч мостовой. Мяч прыгал, скользил. Мостовой проскочил мяч, но Кульков тут оказался рядом. И еще одна комбинация. Кульков-Мостовой. Добровольский. Ну, можно бить. Можно бить. Это еще пас направо. Бородюк. Не сумел остановить мяч. Потом пришлось просто проталкивать дальше. Итак, мы поздравляем нашу сборную с победой, с успешными выступлениями в этом сезоне. Команда новая, команда молодая, есть и опытные игроки, но команда вновь созданная под руководством Павла Садырина. Уже на старте чемпионата мира показывает хороший футбол. И мы, конечно, ждем ее попадания в Соединенные Штаты Америки на финал. Карпин. Еще одна передача. Тоже будет бить. Трудно бить. Все, футболисты друг другу передают мяч. И вот сейчас Юран тут запутался. Аут. Арбитр смотрит на секундомер. Я думаю, что немного осталось. Совсем немного. Христов. Мяч летит в штрафную площадку. Там центральный защитник Вайс останавливает мяч и бьет к центру. Христов. Ланжер. Вот на последней минуте атака сборной Люксембурга. Ланжер по штрафную площадку мяч выбит. И есть еще время для атаки на противоположные ворота. Бородюк.
пас направо. Карпин. Ну, в конце еще бы хороший один удар. Карпин ходит штрафной площадкой и уже не успевает еще. Удар от ворот. Стали уже тренеры со своих скамеек. Ну, а зрителей, которых немного, давно уже не садятся, эти все время стоят. Итак, напоминаю, мячи забили Юран и Радченко в первом тайме. Пока наша команда не пропустила ни одного мяча, желаем и подольше сохранять сухими свои ворота. Вот Юрий Семин, Павел Садырин. Итак, матч окончен. Ян Садеков, режиссер комментатор Владимир Территорин, прощается с вами. Желаем всего доброго и будьте здоровы.